Всем привет! Меня зовут Алла Глыва, я туристический эксперт и руководитель компании Турбар. Сегодня мы приехали в отель Commodore Suite, Commodore Elite. Этот отель работал только на европейский рынок до 2021 года. Поэтому давайте знакомимся, что здесь, познакомимся с этим отелем, для кого данная гостиница, а для кого сразу забегу наперед. Отель не принимает детей, соответственно, размещение возможно только если уже есть 18. Ну и что там дальше по концепту, идем смотреть. Номер Deluxe, это самый большой номер, 50 квадратных метров, размещение для двоих. Сразу за стеклом, концепт отеля сразу всем понятен. Два умывальника, именная косметика. Номера категории Deluxe, все имеют шезлонги, два стула и с видом на море. Стандарт. Есть стандарты с прямым видом на море, есть с боковым. Сейчас посмотрим. Душевая кабина. Тоже стандартный номер, но с выходом к бассейну. Вот, такие шезлонги, ух ты, какие-то матрасы, как круто. Мягкие, толстые. И вот такие, соответственно, продумано. Вы загораете, чтобы вас там глобально никто не видел. И вот, пожалуйста, бассейн. Такой себе свимап. Чайник, кофе. Мини-бар стандарт. Вода, пиво, соки. Ресторан. Еду уже не посмотрим, потому что все убрали, по времени не попадаем, да. Есть на... Вот внутри ставят на террасе, тоже с видом на море. Аля-карте. Закрыто, но я вот хотела показать, что оба аля-карт ресторана очень красивые. Они идут без дополнительной оплаты от 6 ночей проживания. Тренажерный зал. Открытый бассейн. Ребят, на территории есть гастробар. Есть вот такие вкусняшки и бар. Так вот, собственно, что хотел сказать, что бар работает 24 часа в сутки. Променад. Через этот променад и вы попадаете на пляж. Это буквально минута. Бар. Здесь же снэк. Можно покушать. Бочо. Пляж. Вот пляж, очень широкая песчаная полоса, но есть такой момент, здесь мелководье. Так вот, если вы хотите нарушить хоть что-нибудь, хоть немножечко, то в этом отеле это можно, заплыть за буйки, и только там будет уже глубоко, все, что до буйков, это мелководье. Есть точно так же 4 звезды, находится через дорогу, это уже семейный отель. Если вы прям наоборот хотите, чтобы было мелко, и это было для детей, есть несколько горок, пляж здесь же, но мы сейчас про Commodore Elite. Отель для взрослых, не знаю, видим, действительно, здесь полно иностранцев, так как отель продавался до
этого года только на рынок Европы. Ну а поскольку Европа практически закрыта, никто не летает, конечно, отель решил расширить свои границы. Рекомендую ли я данную гостиницу? Честно, не знаю. Во-первых, я еще не видела цены на отель, так как всегда я продаю по сочетанию цены и качества. Ну а если у вас цель, вы только, не знаю, сошлись, поженились, если у вас цель не море, то, наверное, если здесь меняемые деньги, можно ехать.